Ля в метре баке, ля шас день марш па. Фет винир сидвупле, ля фа. Перегорела лампа. Не работает телевизор. Разбудите меня, пожалуйста. Золотистого меда, струя из бутылки текла. Так текуче и долго, что, молвить, хозяйка успела здесь, в печальной Тавриде, куда нас судьба занесла, мы совсем не скучаем. И через плечо поглядела. Открываю дверь в Рим, открываю дверь в мир, а за дверью Велимир, время Велимира, время Велимира, в Риме Велимир, в мире Велимир. Если верно, что дороги все ведут в Рим, или до Рима, то есть в мир, до самого мира. Значит, верно, время Велимира. Тик-так, время, тик-так, время, время Велимира. В тот же миг, будто при свете молнии, Адуляр узрел высокий холм, и над ним плывущий в предутренних небесах, словно в речных водах, цветок, сияющий голубой, пронзительно прекрасный цветок цветков. И тут пред очи его явился сам Тиндалин в серой одежде странника, отороченной серебряной нитью. Он был совсем близко, и Адуляр приложил ухо свое к его груди. И услышал он древнюю эльфийскую песню, звучавшую в груди Тиндалина. И была эта песня о далеком и недостижимом Асмахиле. Курской биеннале поэту на самом деле пошло от того, от одной строчки Пушкина. Когда в Москве хотели и праздновали, как вы помните, 200-летие, как и везде, я говорил с мэром Москвы Юрием Михайловичем Лужковым, сказал ему, что вообще-то огромная программа, но Пушкин-то написал, что «И славен буду я, доколь в подлунном мире жив будет». Не мэрия Москвы, не Московская дума, и даже не кто-то еще, а Пит. Самуральского ветра депеша на влажном листе, на орешник ложится, тревожит закладку успенья, горе лешему мне,
Горе плыть в неусыпной ладье, брать призы облаков, слышать хохот и рев соплеменья. Сон любезный придет, и скользнут облака, кто куда. Почва пустит слюну, многотомное тело раскроет, ждет в сторонке звезда, голубая пылает вода. Дай мне слезы убрать, это все твоей жизни не стоит. Шумит над вами желтая листва, друзья мои, и поздно вы, и вместе, а все-таки достаточно родства и таинства для горести и чести. Стрекоза на лбу Бретона. Стрекоза ударилась о лоб Бретона. Кто был сражен? Стрекоза или Бретон? Что за вопрос? Это мавитон. Ни стрекоза, ни Бретон. Сражен Манрей. Вернее, он был поражен схематизацией идей. Не слишком ли прост ответ и вопрос? Стрекоза ударяет в лоб, Бретон как стол, но стрекозий глаз отразил как раз, хотя не факт, что именно так. И вот последнее совсем маленькое, маленькое. На четырех страничках. Не-не-не, а вот оно. Нет, совсем. Не прерывайся, называется. Прерыв не не прерывайся, ступенями стиха к вершине вей, таись внутри, безмолвие скрывайся, не прерывайся. Не-не-не-не-не-не-не-не-не. С миром державным я был лишь ребячески связан. Устриц боялся и на гвардейцев смотрел из-под лобья, и ни крупицей души я ему не обязан. Сколько не мучил себя по чужому подобию, с важностью глупой, насупившись в Митре Бобровой, я не стоял под египетским портиком банка, и над лимонной Невой, под хруст рублевой, мне никогда, никогда не плясала цыганка. Чуя грядущие казни, отрева событий мятежных, я убежал к Нереидам на Черное море, и от тогдашних красавиц, от всех европеянок нежных. Сколько я принял смущения, надсады и горя. Так почему же тогда этот город давлеет? Мыслям и чувствам моим по старинному праву он от пожаров еще и морозов наглеет. Самолюбивый, проклятый, пустой, моложавый. Не потому ли, что я видел на детской картинке леди Годиву с распущенной рыжей гривой, и повторяю опять про себя под сурдинку: леди Годива, прости. Я не помню, Годива.